Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 17 февраля. В этот день, в 1870 году, в селе Беляки Кобелякского уезда Полтавской губернии, в семье зажиточного волосного писаря, родился Георгий Аполлоныч Гапон. Окончил Полтавскую духовную семинарию, позже учился в Петербургской духовной академии. Находясь под влиянием учения Толстого о непротивлении злу насилием, Гапон мечтал переустроить жизнь на разумных нравственных основаниях, выступая с проповедями в рабочих кварталах и занимаясь благоустроительностью, он вскоре стал популярен среди народа. В 1903 году Гапон создал организацию «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга», занимавшуюся просветительством и благотворительностью. Рабочий актив собрания предложил составить петицию правительству, надеясь на улучшение своего положения. Гапон согласился возглавить шествие народа к Зимнему дворцу. Расстрел мирной демонстрации 9 января 1905 года, известный как «Кровавое воскресенье», стал началом первой русской революции. С помощью эсеров Гапону удалось сбежать за границу. В Лондоне он написал мемуары «История моей жизни» и там же дал эмиссарам царской полиции согласие сотрудничать с ними. За это ему разрешили вернуться в Россию. Здесь в 1906 году по требованию департамента полиции Гапон попытался добиться от эсера Рутенберга выдачи членов боевой организации социалистов-революционеров. Их встреча проходила 10 апреля 1906 года в Озерках, близ Петербурга. В соседней комнате находились рабочие и эсеры, которые, убедившись в том, что Гапон провокатор, тут же его судили и повесили.